Отвечаю на очень распространенный вопрос в мой директ. Почему ты постоянно ходишь в одной и той же кофте? Ребят, во-первых, это не кофта, а рашгард. Следующее, это мой образ. Зубы, этот рашгард. Я в нем хожу постоянно. Объясняю. Этот рашгард не стирается. Он в теплой воде промачивается буквально секунд 15 и выжимается, и за полчаса высыхает. И так каждый день. Задайте вопрос, почему Нагиев ходит в кожаной куртке постоянно и в джинсах. Спросите у Жорика Вартанова, почему он ходит в кожаной куртке постоянно или в рубашке. Это их образ. Еще раз говорю, образ, как и у меня. Круче Конора. Пока эти пушки здесь, я самый главный царь в стране. Ой, смотрите, Терешин жрет апельсины. Ой, блядь, жуть. Вкусно ли тебе? Очистки-то хоть выплевывай. С очистками. Офигенно. Офигенно говорит. О, сколько, блядь, ненависти в этом рту, блядь. Я варвар. Упырь ты, а не варвар, блядь. Какие же они прелести, блин, я не могу. Как я туда хочу попасть, в этот мир? Скоро я, когда сделаю свою комнату полностью инопланетной и свое лицо, я буду вам поклоняться. Всем привет. Сегодня хочу передать привет Кириллу Терешину. Руки-базуки. Не обращай ни на кого внимания. Ты действительно классный, добрый, позитивный парень. И у тебя все будет хорошо. Я в этом уверена. Привет, Аринка! Привет, Аринка! Вот она стоит, та самая. Привет! А вот Кирилл тот самый. Покажи свою бицучку. О, красава!